Всем привет! Сегодня делюсь рецептом салат со свеклой и свиным языком. Это очень вкусный салат. Как говорится, готовь хоть каждый день. Для приготовления мне нужна одна большая луковица. Я нарезаю на большие кусочки и буду мариновать. Для маринада на 150 грамм кипяченой теплой воды 1 чайная ложка сахара, 20 грамм яблочного уксуса и 20 грамм 9%. -го. Помещаю лук и пусть промаринуется минут 10. Нарезаю 4 отварных небольших свеклы. Нарезаю на вот такие брусочки. Вы можете готовить так, как нравится вам. Если вот, к примеру, моя невестка, она любит все нарезать на маленькие-маленькие кусочки. Пожалуйста, нарезайте на маленькие. Язык свиной я нарезаю на такие же полосочки. Соединяю свеклу, язык, Добавляю 2-3 зубчика небольших чеснока. Чеснок это также по желанию. Кто любит, тот добавляет. В нашей семье все любят чеснок. Добавляю маринованный лук, майонез. Перемешиваю. По вкусу добавляю соль, перец. Накрываю крышкой, ставлю в холодильник. Наш салат готов. Он очень вкусный в охлажденном виде. Приготовьте и вы, и напишите комментарий, а также не забудьте подписаться на мой канал. Пока-пока, мои хорошие.